Якщо ви ще досі не прокинулися, то робіть це швиденько. І не забудьте по дорозі на роботу або на навчання взяти свій обов'язковий атрибут. Це маску. Ми без них вже зараз нікуди, і весь час їх носимо. Вони вже стали невід'ємною частиною нашого образу з вами щоденного. І сьогодні ми поговоримо все ж таки про те, як правильно їх носити. Бо скільки б ми не носили, помилки все ж таки робимо. І у цьому питанні допоможе нам розібратися Роман Школьний, лікар-дерматолог. Доброго ранку, доброго традиція. Ранку. Доброго ранку. Ну, знаєте, ми зараз тут без масок, проте 100% кажемо вам, що в масках ми йшли сюди, дотрималися всіх норм. А, і все ж таки в якийсь момент я відчуваю, що ці маски вони приносять дискомфорт в тому плані, що наносиш макіяж, ну по перше він а, дублюється, з, дублюється з на масти. сторони. У мене так так само тебе так само та макіяж Повинний робиш вступаю. зранку. Короче, тут наиболее главный момент у того, какую масок сейчас багато. Да ведь есть те, которые властными руками работают. Да. Какой материал наикорыснейший для шкиры будет? Прекрасный вопрос. Я бы хотел начать с того, что есть причина, по которой мы все носим маски. И так как я доктор, то, конечно, я бы хотел подойти к этому вопросу сначала серьезно, а потом пошутим. То есть это жизнеспасающее мероприятие. Да? И поэтому применение маски в данной ситуации это вынужденная мера. И, конечно, они приносят дискомфорт. Они утрудняют внешнее дыхание. Нам сложнее дышать. И чем хуже вы придумали себе дома маску, там вдвойне свернули полотенце, конечно, дышать будет очень тяжело. Но при этом все частицы мелкие, которые опасны, они будут пропускать эту маску. Поэтому эталоном маски является, как ни удивительно, хирургическая маска, которую мы все используем, врачи, на приеме. То есть мы носим хирургические маски. Если я не ошибаюсь, они изготовлены из какого-то материала, который Специально. синтетический материал, да, типа полипропилен, он не сильно раздражает кожу, а кожа здорового человека способна достаточно хорошо и эффективно себя защитить от того воздействия, которое будет маска носить. Получается, что лучшим и эталонным вариантом выбора это, конечно, будет хирургическая маска. Если, опять же, мне не изменяет память, то такой вопрос уже задавали себе исследователи в Кембридже. Они бомбили частицы микроорганизмами. Частичками различные материалы, начиная от э, фильтра для пылесоса, э, заканчивая э, какими-то наволочками, простынями, шарфами. Все значит, они сделали конкретные выводы. Например, сколько микрон или нанометров пропускает тот или иной материал. И в конечном итоге хирургической маске может приравняться только вдвое сложенное полотенце кухонное. Поэтому если вы хотите себя надежно не, не мы сейчас не про красоту и раздражение уголков рта мы сейчас про то чтобы себе жизнь спасти или окружающим вам придется в два, в два раза свернуть кухонное полотенце и прикрыть этим рот и нос значит утрудняется дыхание как вы понимаете раз в 20. По сравнению с хирургической маской. Поэтому варианты домашнего применения масок были актуальны тогда, когда масок не было вообще mm -hmm. где-то год назад, ну, когда, началась. Да, когда наши маски выросли в цене раз в 10, mm -hmm. и тогда э, жизнеспасающее мероприятие стало невозможным, потому что масок нет mm -hmm. хороших. И вам приходится что-то делать дома или покупать маски, какие есть. И вот тогда началась вся эта история с Маскне это новые термины в дерматологии. То есть, есть акне угревая болезнь. А есть маскне. Это когда маска усугубляет течение угревой болезни. Но угревая болезнь должна быть. Маска не вызывает угревую болезнь. <сосим> то же самое маскиит. Тоже какой-то термин, который да, <сосим> ну, <сосим> <на> смотрите, маска, <сосим> маска вызывает дер, дер, дерматит. То есть маска вызывает воспаление кожи. И получается, что у вас от маски может быть либо маскиит, как бы это смешно не звучало, да. типа «маска вызывает раздражение кожи». Или «маскне», то есть усугубление своего родного заболевания на фоне ношения маски. А мы можем указать, что маска действительно, знаете, пошкоджи? Или это все-таки вещи? Маска никогда не предусматривалась как вариант ношения там месяцами одной и той же маски. То, есть то что мы делаем с масками в последнее время, э, сейчас это уже, кстати, не так актуально, но первое время маски носили просто, это были маски-ветераны. То есть если бы я кого-нибудь из вас попросил срочно надеть маску, то вы бы, скорее всего, полезли в какой-то задний карман и вытащили оттуда нечто, что напоминает отдаленно маску, как? приложили а это вот к лицу, это. и оно э, и грязное, и помятое, и, естественно, оно не прилегает. И толку... То есть это профанация самой чистой воды. Поэтому э, маска должна быть сменена при активном использовании хотя бы часа через три. Uh -huh. не, не, не реже. И сейчас, когда маски вновь стоят примерно тех же денег, э, как раньше, uh -huh. это вполне реально. Э, в том числе домашние маски, их тоже можно было, в принципе, носить себе там два десятка и постоянно их менять, но вряд ли кто-то их носил с собой в таком количестве. Кстати, те же ученые того же Кембриджского университета, они сказали, что лучше всего использовать комбинацию э, или вот применять наволочку и футболку из катона, то есть хлопчатобумажной ткани. Уровень защиты там, конечно, плохой, но самое главное, что не сильно утрудняется дыхание, и при этом Uh, то есть это какая-то комбинация между адекватностью и, и безумием. Это, конечно, сейчас, на сегодняшний день, актуальнее всего применять хирургическую маску нормальную, которую вы покупаете в аптеке. Но тут запытание. Вы кажете, что мы носим их в задних кишенях, а там джинсовые, или еще где-то. Но тогда как ее носить, где их сохранять, в чем, чтобы они были... Я видел ну, разные фист... варианты. Вы знаете, каждый заморачивается по-своему. Я видел варианты, когда масочки носят в футлярчиках таких. Ага, даже да, так. Целлофановый футлярчик носится целлофановым. Пакет? типа пакет, да. Вы доставляете, оп, ну ко мне приходят пациенты, знаете, я говорю, маску можете снимать, и каждый делает это по-разному. Кто-то так, как ее надел, так туда же и засунул. А кто-то, значит, так масочку снимает аккуратно, достает пакетик, ага. туда в пакетик эту маску положил. Ну, а пакет чистый? Пакетик. Я думаю, что у человека, у которого есть пакет для масочки, он чистый. Я я таким людям довіряв би. Если бы я пришёл к ним в гости, они меня угостили чаем, я бы пил из этой чашки. А ось дивіться, так само цікаво, перед тим все ж таки як вдягати маску, як потрібно це правильно зробити, обробити руки, обробити шкіру, що потрібно? А, якщо ви, вы... давайте сразу представим себе ситуацию. Мы берём маску из коробки хирурги вот пачка ну, хирургических масок. Ну, купували в аптеці. Ми купили в аптеці. аптеки і треба вдягнути. Да. В момент покупки, если мы рассчитываемся деньгами э, наличными, так. то мы уже очень контаминируем, контаминируем, значит, огр... загрязняем угу. микробами и бактериями. Мы загрязняем эту маску и тут же ее все, значит, красоту на лицо. То есть это опять же вариант профанации. Если вы из дому выходите в маске чистыми руками ее надеваете, это, это идеально. Это мир, где есть единороги, розовые очки и все такое. То есть вы встаете с утра, и об... да, обработанными руками. Э, она, она, она есть, да. И в нашем свете она так уж есть. Главное, чтобы она была не на видмаске. Страшно. Да. Сейчас каждый подумал про разную радугу. <laughs> и получается, что вы должны чистыми руками надеть эту маску, и тогда вы можете быть достаточно безопасны. В следующий раз вы обрабатываете руки через три часа, надеваете новую маску из своего футлярчика. вы а, знаете, у меня на питание... один mm? момент. Тобто маску нужно щодня сменивать раз на три часа. А, вы драк... катались в поезде сейчас в последнее время? Я Уронь каталась. А, например, наш любимый украинский Интерсити. Знаете все? Не так. знаете? Там очень часто звучит такое аудиообъявление, там, шановные пассажиры, через три часа измените маски по возможности. О, да. прикольно. Да. Еще мне рассказывали, что наш мэр своим голосом узнаваемым. В тролейбусах намікають людям о том, що mm -hmm. пора міняти маски. Так, це, теж так це, це не може не радувати насправді. Ну просто не всі знають, що, наприклад, раз на три години треба змінювати. Так, але да. в мене більше питання тут чи знаєте, яке турбує екологічно, тому що ну скільки у нас людей у світі, ну прямо Україну? Mm -hmm. Кожні три-чотири години, якщо дійсно будуть всі робити це за правилами. Да. по перше, не висачить масок, а по друге, ми вже бачили скупчення їх на узбережжях морів, як вони там плавають в океані. Просто потім придумали все ж таки на тиву с тканевих uh, тканевых мас. Yeah. И вот все ж таки, ну, че не возможно бить из и как то обработать. Я боялась, что баланс... Нет, смотрите, как только вы берете свою маску, берете антисептик, пшикаете на маску и надеваете <свят> вот сюда, вам гарантирован раздражение кожи. Ага. Кроме того, будет раздражение еще и слизистой, э, ну, роговица, глаза, они пострадают, потому что вы будете дышать. И испарение спирта будет вам попадать прямо в глаза. Не, я видел очень разные варианты, и они все соперничают в своей и... идиотичности. Ага. <свят> ну, Антисептик, напшикать вот так вот на Но маску я и с ней приложить. Просто так и чую. Э, я видел. Угу. Да, то есть ну, а, ну это логично, да. У вас маска загрязнена, вот антисептик туда угу. и потом дышать ужасная история. Я согласен, что э, загрязняются океаны, это большая проблема. Я думаю, что сейчас очень правильно э, привиться, угу. сделать прививку, э, пройти две прививки, если это в зависимости от типа вакцины. И носить тогда уже вот эту вот маску из хлопка. Угу. Хлопок не так сильно вредит окружающему миру, и вы в качестве привитого индивидуа, меньше угрожаете социуму. Тобто, То, есть идеальная могу... комбинация – это привитые граждане с более безопасным вариантом повседневных масок. А врачам оставить хирургические маски, пусть продолжают загрязнять океан. <клышко> так, а тут еще есть один Их такой меньше. момент. Вот а, что после маски выникло какое-то повреждение шкиры или раздражение, ну, раздражение. Да, да, да. А, Чем нужно обработать шкиру? Вот на ваш взгляд, найдите Ни що? в коем случае нельзя обрабатывать антисептиками, на мой взгляд. Угу. Если у вас есть раздражение кожи от маски, то, скорее всего, это механическое какое-то раздражение. Как только вы берете э, антисептики, и наносите его в рану, вы усугубляете течение и ухудшаете заживление. Вам достаточно чистоты, то есть поддерживать гигиеническое, нормальное, чистое состояние, не обязательно брать спирт и сразу заливать себе эти трещинки. И использовать все-таки ранозаживляющие, мы их называем репаранты, репаранты от слова там, восстанавливать, э, восстанавливающие кожу кремы или бальзамы. В данной ситуации гель-бальзам, есть очень много вариантов в аптеке. То есть, mm -hmm. правильно, опять же, в идеальном мире, как это выглядит? У вас есть проблема? Значит, есть специалист, к которому вы обращаетесь, например, к дерматологу. И дерматолог назначает вам препарат для того, чтобы это сейчас не звучало как реклама или как руководство к действию. После осмотра я увижу конкретную трещинку, потому что у нас там диагнозов столько, знаете, там. надо отличать. Это трещинка просто от маски, или это какой-то старый ангулярный хилит надо лечить его по-другому. И мы назначаем определенные препараты, в зависимости от того, что мы видим главное, наверное, не брать антисептики, там, спирт содержащие, и себе на слизистую наносить их, еще больше усугублять сухость качество, А вот тут пожалуйста. у меня еще один такой момент. Мы сейчас подняли достаточно важное вопрос. Если у человека есть какие-то хронические хвороби в организме, так, проте вот мы дивимось, так, на шкіре никаких нет следов. Если а, на обличчі мы носим маску и появляются а, какие-то там наслідки носения этой маски, это может сказать про том, что она погіршила хронические какие-то хвороби? Да, мы мы можем, в принципе, говорить, смотрите, это э, и да, и нет. Маска вряд ли усугубит течение хронических заболеваний, если все делать правильно. Есть такая когорта людей, они называются доктора. Они, собственно говоря, носят эти маски каждый день с утра до вечера. И что для меня приятно, для меня не было удивлением, что нужно носить маски. Как бы я и так их ношу бесконечно. И вы очень четко понимаете, если человек, то есть, скорее всего, люди условно здоровые будут прекрасно справляться с такой задачей, их кожа в том числе. Но если у человека, например, там бронхиальная астма, mm -hmm. и он сложил вдвое кухонное полотенце, то дышать ему будет очень тяжело. в такой ситуации э, домашняя маска ему явно усугубит течение хронического заболевания обструктивного легкого. Ну, мое так само запитание, смотрите, сгадываем, а, что есть маски пластиковые, стекла так вдягаются, как-то не понимают, чьи они, чьи они. Типа, или нет? как защитный вот этот такие. Я не знаю, это стеночка. В ресторанах. Официанты так, к вам подходят, так. и у них э, такое забрало. Так, так, так. Я думаю, что здесь эффект. Вы видели, когда-то на кондиционерах есть такие же истории. Да. Люди берут там бумажки, прикладывают, чтобы кондиционер не дул вот сюда, mm -hmm. чтобы он дул туда. Точно так же вы не хотите, чтобы официант, который подходит к вам, дышал на вас. Хочется, чтобы он дышал куда-нибудь в другую сторону. И в то же время ему сложно тоже, наверное, носить вот эту маску, поэтому это как вариант. Я никогда не видел, чтобы врачи вели прием в таком вот варианте, именно вот это вот маленькое забрало снизу. Бывает маска, как у стоматолога во время того, как он работает во рту, эта маска тоже из пластика, да. она прозрачная, она закрывает все лицо, угу. как у сварщика. Так. И тогда эта маска однозначно надежна, более надежна. Вот этот вариант, этот вариант, он примерно такой же адекватный, как достать из кармана какую-то помятую маску. Mm -hmm. Это надежно. Да, типа вас просят надеть маску, ну вы что-то надели, какую маскарадную маску. Смотрите, еще у меня испытание? Чувак. Маскарадную. Я Ну какая разница? Вас просят, носите маску. Вы надеваете маску, вас пропускают. Или купите маску, приложите. Мне говорили, купите маску, приложите к лицу, мы вас пропустим. Тобто, ну, ну ти, це ти... такий досить досить, знаєте, цікавий, До тому, що можна знайти вихід із будь-якої ситуації. Я просто про да. те, що мені дуже подобається лікарі, у яких є почуття гумору. Невозможно. Я в медицині вже 13-й рік, так чисто во так от, по трудовій. А, Без, Без гумора... не ні, 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 ні. розумію <рес> Дивіться, Мені цікаво просто поговорити про ти професію. ви кажете, ви як лікар, ви звикли до масок, да. але є, наприклад, люди, професії, яких не пристосовані саме до цього, і ну, них... да. ведуча, не повинна до ну, набуть масові навіть не про мене. Мені, наприклад, легче, тому що ну у нас якось все одно ми інколи тримаємо дистанцію, маємо змогу її зняти. Але люди, які працюють на цехах в хар... ну, в харчовій промисловості, в якихось закладах, наприклад, сільпо, де накладають їжу там чи ще щось. Вони мають вони повинні годин два. Стоит состоит именно в этой маске, и она действительно перешкоджает дыхание, и много бага... ну, людей говорят, oh, что нет, нет, это невозможно, это очень эталонным барьером считается как раз хирургическая маска. То есть, поверьте, если хирург может 18 часов Але постоять там... в маске и еще и сделать сложную нейрохирургическую операцию, то кассир или человек, который занимается на пищевой ленте, ну, точно простоит 12 часов. Ну, если... тут... температура... То есть, момент... а, герух... Кстати... Видел я э, борды, так. о которых сказано, я пропрацював 12 годин, там, милиционер наш, так. Ага. Э, типа, я в маске 12 годин, и ты сможешь. Ну, бодрит, бодрит. Нет, воно даже воно мотивирует, просто вопрос в том, что хирурги, они же э, ну, стрессостейкие, да? а люди... Серйозно? серьезно? А что, не? А чого они так мало живут тогда? Серьезно мало? Да, конечно. Мы не должны сдавался еще Да пируешь. ну перестань. Все люди это люди. Конечно, они стрессуют, и потом их э, гормоны стресса вот, точно так же убивают, как и всех остальных, просто чуть раньше. То есть, э, нет, это миф. Это приятно думать, что врач, он всегда здоров, всегда в хорошем настроении, всегда красивый. Потому что ты, это же врач, понимаете? Так. Каким вы хотите видеть вчителя? Вчитель всегда... Вот, вот он определенный, да, но это обычные образ, люди, они взяли. страдают от таких же проблем, как и все остальные. Добре, пане Роман, давайте тоді підсумуємо трішки. Ми зрозуміли, що маску потрібно змінювати кожні три години. Да, і точно. І маска – це саме хірургічна. Які Именно ще можна, можете дати поради, аби зберегти шкіру? Якщо у вас немає можливості тратити гроші на ежедневно, кожні три години міняти хірургічну маску, ви можете зекономити, використовуючи домашню наволочку в качестві материала для пошива собственной маски, наволочка или футболка из катона. Это данные не мои лично, это данные ученых из Кембриджского университета. Они пришли к такому выводу, перепробовав все, начиная, как я сказал, от фильтров от пылесоса и так далее. То есть, кстати, не обязательно удваивать слои. Слои а только, да, э, один, да, ну, смотря что, наволочку, если в два раза еще сделать более-менее, но э, вероятность защиты маленькая при увеличении слоев, а вероятность утруднения дыхания очень большая. Mm -hmm. Поэтому, но помните, что на данный момент мне кажется, что уже пора переходить к тому, что мы вакцинированы с паспортами вакцинации. И тогда какая разница, как вы уже относитесь к маскам? тогда можно допустить вот эту вот историю с профанацией уже более-менее да но вакцина должна быть но получается что мы профанацию допускаем а и не вакцинируемся. А если бы мы хотя бы вакцинировались, то тогда уже вот эти вот игры с масками ради галочки, ну, они бы имели уже хоть какую-то... А так, получается, все нелогично. И вакцин нет, и балуемся с масками, и каждые три часа не меняем, но обсуждаем это очень активно. Так. Ну, мы сподеваемся, что после нашего ранкового интервью... Да, прошу всех прививаться и носить маски вы, правильно. А вы такой ярый прибичник самовакцинации. Я же доктор. Ну, тут просто справа в тому, що е, думки різні в плані вакцинації у врачей? У врачів. Даже у врачей? Mm -hmm. так. Надо з ними ну, але це буде привід для наступної зустрічі. Нашій. <світ> дякуємо. Да, вам, та, що спасибо, прийшли. Вам дякуємо. <світ> Друзі, ми зараз поговорили про важливе і давайте ну, будемо вже серйозно відноситися до свого здоров'я, окрім того, що просто руки миємо і санітайзерами користуємося. Давайте носити правильні хірургічні маски, берегти себе та оточуючи. Дякуємо вам за перегляд цього відео. Нагадаємо вам, що ми разом з вами кожного ранку з 8 до 11 на телеканалі Правда Тут. А мене звати Ангеліна Таран і ми обіцяємо вам багато цікавого контенту. Переходимо зараз на ютуб канал Правда Тут. Підписуємося, ставимо лайк, пишемо приємний коментар і не забуваємо мене звати Макс Сербін.